очень приятно у вас здесь было оказаться, у вас хорошее настроение. У вас здесь весело, интересно. Мы желаем, чтобы эти улыбки всегда были на ваших лицах, чтобы ваши родители были счастливы, чтобы вы были также счастливы. Дети, мы вам желаем, чтобы вы всегда друг друга поддерживали. Вот как вы сегодня работали в команде, дружно, улыбались, чтобы у вас всегда были в вашей жизни улыбки, хорошее настроение, любовь. И чтобы всегда радовали родителей и гордились ими всегда. Сейчас за окном ноябрь, вроде как холодно, но у вас очень такая жаркая, теплая атмосфера. Чувствуется, что вы очень дружные. Тема сегодня – дружба. Но дружба еще строится на том, чтобы помогать друг другу. И это один из девизов нашей организации – помогать другим. И мы просим также от вас, дети, помощи. Поможете нам кушать большой торт? Да! Не будут они есть. Так, мы не почувствовали. Вам нравится? Да! А что на торте изображено? А что солнышко делает? Уже больше года пища жизни работает в Волочевске. Мы кормим людей. Также это остро нуждающаяся группа людей, пенсионеры, инвалиды, работники бюджетной сферы. Также это дети. Мы неоднократно устраивали мероприятия для детей. Детям очень нравится. И мы приняли решение выделить детскую программу как отдельное направление. Надеемся, вы нас поддержите.